Здравствуйте, дамы и господа. Сейчас я вас развлеку. Если вам не интересно, выключите это. Если вы хотите назвать меня психом, назовите, напишите комментарий. Но если вы хотите узнать нечто важное, то включите, настройтесь на мою волну. Я вам скажу, что планы отменяются. Я не псих, и не сумасшедший, и не клоун, и не преступник, потому что у меня совсем другое диссоциальное, нестандартное мышление, и я здесь не случайно.